Задача детского дома не только дать воспитанникам знания и крышу над головой, но и подготовить их к будущей самостоятельной жизни. В детском доме «Звездный» с 2011 года работает Центр адаптации выпускников. Вся система подготовки воспитанников к самостоятельной жизни в нашем учреждении, она включает в себя несколько направлений работы. Во-первых, это работа кружков и студий на базе нашего учреждения. Во-вторых, это взаимодействие с сопричастными организациями. Это развитие и внедрение формы детского самоуправления и реализации программ подготовки воспитанников к самостоятельной жизни. Естественно, что эта работа дает свой результат и позволяет достаточно, в принципе, успешно поступать в различные учебные заведения. К будущему подготовиться непросто. В этом воспитанникам помогают педагоги, развивая в первую очередь таланты. На базе центра работают художественные и дизайн-студии. А еще ребят учат готовить. Для кулинарных опытов есть просторная светлая кухня. Но самая ответственная задача у психолога центра – достучаться до каждого, разбудить стремления, побороть страхи. Вот очередное групповое занятие. Его тема – формула успеха. У каждого из ребят свое представление об успешности. Психолог объясняет, главное – быть готовым к препятствиям на пути, прилагать усилия, преодолевая их. Для Даши первый шаг к успеху – поступление в один из выбранных вузов. Потому она активно готовится к будущей самостоятельной жизни. Конечно, думать об этом не очень хочется, но если оценивать так вот мои уже навыки, умения, то в принципе я готова. Я смогу сама себя обслужить, справиться с какими-то проблемами, но… Все равно как бы не тороплюсь уходить в самостоятельную жизнь. В любом случае, лицом к лицу с суровой действительностью выпускники детского дома не окажутся. В центре есть социальная гостиница на 9 мест, где ребята могут жить, пока не поймут, что готовы ко всем испытаниям и победам, которые ждут их за стенами детского дома. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.